Только посмотрите на это зрелище. Ха, какой корабль. С вами Виги, и мы играем в Tomb Raider. Давненько я сюда не заходил. Мимо. Так. Я вроде в правильности стреляю. А, ну конечно. Новый лук, все дела. Типа, мол, надо показать, насколько он крут, для того, чтобы... Мы умеем побивать. Так, стоп. Ты чего? Не надо мне тут еще бажить. Так, а куда? Куда? Нет. Повыше. Что она делает? С этой стороны баги пошли, непонятно. Так, внизу там, наверное, нет ничего интересного. Прыжок. Поползли. Вон к той пушечке. Давай, прыгай. Отлично. Тут ты сама, да? Сама. Молодец. И тут тоже сама. Сама. Ну, тут уже подтягивайся. Тут уже. Тебя как дела стрелы. Выстрел разрыв. Неудачно, походу, получилось. Так, мне не нравится вот эта музыка. Ладно, пошли. О, а это можно вытянуть? А поджечь? С дробовиком. Ну да. Так, ладно. О. Детальки. Тут нет больше ничего интересного. Свет, солнечный свет. Конечно, капает. Ну да. Пушка и все. Ладно, вот я так понимаю, походу поползли. Опа. Ну, попробуй теперь. Так, я могу его сзади спину тихо убить? Это уже готовый генератор! Зачем они вообще стали? Какая разница? Готово. Нам приказывают, мы выполняем. Без вопросов. На такой неделе мы уже... Господи! Как? Как вы меня засекли? Что за бред? Воу! Назад! Ого, а там газ пошел. Да отлично! What? Не, вы видели это? Газовщик свалил, такой встал, нифига себе. Внимание, начинаем подъем. Как думаешь, что там во дворце? Над горами не виднеется. Так. В случае чего нас думают. Ну я думаю, тихо тут не пройти. Всю ночь а куда они поднимают? Куда-то нитка идет, вы видите? А, нет, куда-то сижу. О, я могу взорвать. Помогите! У нас гости, так. Режим переходим. Так. Даже не динамитом не заблокируем. Ой, ёпта! Я живой! Я живой! Лет. Что-то пока раздаются. О, вот. Так, ближний бой мне тут не надо ставить, да? Давай-ка с облетом поиграем немного. Чей лук быстрее, я думаю, мой. Ах ты тварь! Ну что пистолет? Какой лук, чувак? Ау. Так. Что-то... О, блин. Давай, до свидания. Ни хрена. Зарядочка. Так, вот это мне не нравится. И что за звуки? Что это такое? А,
Сейчас будем делать именно вот так. Давай, давай, давай. Оп! Еще разок. Давай, еще разок. Готов. Звук подъема, что ли, забажил? Или что это? Так, ребят, мне нужны ваши патроны, запчасти, все, что у вас есть. Вот еще патрончики. Отлично. Перезарядимся. Блин, мне этот звук напрягает уже. Вот это вот херня, что ли? Какие-то батареи поднимали что-то. Куда вы поднимали хоть? О, куда он поднимался? Интересно. Так, что тут еще есть? Давайте все обследуем для начала. Какие-то документы, книжечка. Прибрежная база атакована неизвестным противником. Есть предположение о высадке на остров спецвойск американских вооруженных сил с целью помешать проведению операции. Связь нарушена повсеместно. Мы понесли тяжелые потери, многие просто исчезли. Вот весь оставшийся личный состав следует к древнему монастырю с целью установления контроля над погодным феноменом. Ожидается серьезное сопротивление по маршруту следования. Срочно требуется подкрепление. Так вот. Еще сундучок. Еще стрелы. Отдай все. Отдай все. Так, можно, я так полагаю, сюда, можно еще поползать. Я тут еще не все обшарил. Так, это гранаты. А мне их, походу, дофига. Кстати, да, у меня, по-моему, грена есть. Ну-ка. Может, у меня грена? А, это типа как подствольник идет. Она ими их не кидает. Что за звуки? Ладно, я тут, думаю, заползу. В какую? Ну-ка. Тут нельзя ничего разрушить. Да, нельзя. Так, на ближний бой переключимся. Пистолет. И пошли. Да ладно! Короче, так. Давай, до свидания. Что за... Слушайте, серьезно, напрягает меня этот уже звук? Ты умрёшь! Да ладно! Ни хрена! Чувак, ты это слышишь? Я понимаю, что ты там сквозь своего меня чуть не убил. Ну ты это, полегче, да? Так, еще патрончики. Еще. Еще. Зарядимся. О, ачивочка. Так, а сзади никого? Давайте тут пошаримся. Стрелы, стрелы. Тут, походу, можно со стрелами все тихо пройти. Ну зачем мне стрелы, если автомат? Их не вижу. Так, бежим. Я так угодил, что-то под... Ни хрена ты, чувак, шаришь. Во-во-во-во-во-во-во! Слушай, давай закидывай меня уже, а? Я сейчас просто спущусь и так с тобой буду. Где моя подсловочка? Навал. Зажились. Бах. Спасибо.
красиво пошел. Вот где перегренки. У нас уже фуловил. Ты еще где-то был. Ага, вон еще чувак там уже что-то делает. Пошли с ним разберемся. Остановись-то, бейби. Воу! Сам же себе стену кинул. Я от нее уже ныкать начал. Прикольно, прикольно. Хедшот. Откуда ты тут взялся? Спокойнее будь. Так, сзади никто там не входит. Блин, мне этот звук отвлекает. Я ни хрена не слышу. И что тут сварил этот чувак? Это тоже забавно. Так, ну тут я думаю перепрыгну. Так, давайте тут немножко пошарим. А. Тут, походу, чисто можно было все на стрелах. Мне почему-то показалось, что тут кто-то был. Да, тут действительно вот чувак. Как-то промахнулся. Лол. Выстрел еще как это пошел после этого. Залазим. Ого. Ого. Так тоже можно. Так, стоп, назад. Сундучок есть. Ну-ка, что тут у нас? Просто запчасти везде не запчасти. Я по трубе это пойду. Так. Что? Как-то нас неохота по этой трубе сейчас шла. Ну-ка. Что-то интересное у нас? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай жми. Нет, просто запчасти. И тут что-то. И тут тоже какая-то фигня. Так, ну тут идти бесполезно. Блин, прыжками здесь сразу быстрее двигаться, серьезно. Так, обыщем этот тупик. Тут если перелезть, ничего интересного. Лампочка. Ну-ка, сейчас проверим, как у нас тут лампочки работают. Ага, типа сюда. Ну давай. Поползли. Сюда можно залезть. Понятно, спасибо. Ой, какая красотень. О, опять какое красивое зрелище. А, Алекс, Алекс, куда же ты опять вляпался? Так, я вот это могу? Я могу это скинуть. Давайте сначала тут проходим. Так. Надо патрончики все ваши забрать. Какая-то патрончиков еще не было. Так, запчасти у нас уже, в принципе, хватает, чтобы выкачать, наверное, все. О, секрет! Отлично, тайничок. Так, я это могу как-нибудь пихнуть? Плавил, может? Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, 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 вот, вот сюда давай встанем. Пихай. Окей. Так, не хочет пихать. Ох, какая тут пещера, ну-ка. Так, сундучок, ну-ка. О, новая ачивка. Год Мэдзи 6. 1873. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Хм, прикольно. Солдатская монетка на счастье, ачивочку получили, все просто замечательно. Так, у нас есть то, что в машине? Нет, нету. Ну ладно, реально можно спихнуть? Какого хера ты там валяешься? Иди сюда. Слушай, не залазит. Не залезть я уже не могу назад. Блин. О, книженце. Лара абсолютно права. Здесь творится что-то странное. Какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, императрица солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры? Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает.
Именно поэтому я и отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока совсем не слетел с катушек. Мне бы очень хотелось быть похожим на Лару. Я просто ею восхищаюсь. Она не только умна, но еще и умеет надрать кому надо задницу. Хотя, если она не обращала на меня внимания до сих пор, то теперь и подавно не обратит. Но, может быть, я все-таки сумею произвести на нее впечатление. О, чувак влюбился. Понятно. Так, костелочек. Подай-ка мне пистолет улучшить. Так, фуловер, улучшено, улучшено. Пистолет. Глушитель. Там тихо-тихо, чтобы убивать. Так. И все? На все, что мне хватило? Охренеть. Так, дульный тормоз. Повышать точность. Это нам надо. Ах, вот без этого не качнуть вот это. Ну ясно, ясно. Так, ну-ка, давайте проверим пистолет. Так, с глушителем, а еще раз на двойку. А, ну-ка. Неплохо. Так, опять что ли сюда? Повыше, чтобы высоко потом не лазить. О, еще секрет. Так, удачно камеру повернул. На коробочке. Так, какие-то цветы. Не знаю, что они мне дают. Блин, и на машину не залезть. Какая-то она большая, вам не кажется? Хотя нет, вроде все как надо. Вот это вот, если бы я спихнул, потом бы, я не знаю, куда бы потянул. Куда бы я его... Опа. А внизу что-то есть? Как это я... пропустил. Так, еще раз, подожди минуточку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот этим можно было спихнуть вот сюда. И оно бы поломалось. Там какой-то секрет. Блин, ну какого хера ты не пихаешься? Так, возможно, благодаря вот этому спуску вниз я смогу еще раз... Так, хер ли ты не слазишь? Что слазит-то? Ладно, слезли. А что дальше? What? Так, отлично. К такому меня жизнь не готовила. Охренеть. Я не хочу тут появляться. Нет, только не здесь. Так, ладно, в любом случае я ведь должен как-то попасть назад. Поэтому... Так. Давай. Так. Сделаем. Как сохраниться? Никак, понятно. Поехали. Поползли. Что-то как-то не получается у меня по мишлагерии перемещаться. Не нравится мне все это. Ладно. Ох, на корабль. Тим, 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 тим. Сейчас, наверное, там будет еще тоже большая газовая перестрелка. Я уже вижу отсюда людей. Это я вовремя спрыгнул. Давай! Давай! Мы двое! Когда закончите, подготовьте это к погрузке. Так, ну надо же выходить как-то. Вол не видит нам. Не хочет! Отойдите! Я все сделаю. Большой чувак. Оп. Двигает. Так, у меня стрел там максимум. Эй, кто там еще? На помощь! Не
Да? Ближний бой? Мать твою. Ну давай, 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 где мой дробовик? Ближний бой, мать твою. Ни хрена. Не хочешь ближний бой, да? Ну ладно. А, так вот типа закрывается, понятно. Надо сделать так, чтобы он ударил. На! Да мать твою. Жирный хрен какой. На! Твою мать. Я все время жму не ту кнопку. Так, Гарри уже учи. Я же нажал F. Что игра хочет? Еще раз. Ребят, жму F. Серьезно? Что это сейчас было? Понятно, значит надо сначала выстрелить. Вот так, и потом F. Так, вот тут уже совсем не слышно. Слушай, я на тебя сейчас все патроны потрачу, не смешно уже. А, то есть когда она в кружок уже попадет? Вот как ты игра хочешь, ну давай. То есть в кружочке? В кружочке? Какой капитан, а? Это компас? Я взял жумал. What? И что мне это даст? А, минуточку. Так, то есть вот как при помощи этой фигни можно действовать. Отметьте, чтобы использовать жумал. Ага, понял. Так вот, я тогда и смогу, получается, эту херню тоже подвинуть. Ага. А, так я бы ее и не спихнул. Потому что мне же надо будет как-то назад пролезть. Вот оно что. Почему ты играл мне раньше до этого? Он сказал, я бегал, думал, костер как-то назад вернулся. О, кстати, тебя выскочить еще раз можно? Давайте уж перезарядимся. Ну, ладно, все, пошли, готово. По-моему, я отсюда все взял, да? Это не могу видно же. Нам вниз. Так, еще по каюте 10 тысяч лет сейчас тут бегать. Снова здесь. Это, по-моему, наш старый корабль, если не ошибаюсь. А что, собственно говоря, ищу? Каюта. Да. Какая-то чумазая, помойся, воды дофига. Ладно, я понимаю. С тех пор столько произошло. Что наверное, это? Я должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда в меня верила. Преподаватели в университете смотрели на меня как на сумасбродку с камерой в руках, от которой жди одних неприятностей. Но знаете, большинство людей в глубине души жаждет острых ощущений. И Лара не исключение. Просто ее надо было немного подтолкнуть, чтобы она поняла, чего хочет на самом деле. У нас с ней было так много приключений. В том безумном путешествии по Болгарии я только и делала, что вытаскивала ее из клубов.
А когда поехали на Килиманджаро, Лара хотела заниматься исключительно научной работой. Но кто ж знал, что там столько симпатичных парней? Эта экспедиция обещает многое. Лара со своим ноутбуком, я со своей камерой. У нас впереди еще одна увлекательная поездка. Понятно, кто тут любит потусить по пацанам. Так, ноутбук. Он самый. Непробиваемый ноутбук. Я сюда все взял? Ладно, пошли. Воу. Где там остальные? Так, я там не слышу звуки динамита. Чувак, ты не докидывай до меня. Все, готов? Всех снял? По-моему, всех. Поехали. Прямо в комнату. Так, чтобы пускать патрончики. Все искрится, все искрится. Ну что ж, настало время поплавать. Нет. Поплавим. А чё, что тут везде электричество? Фигачит. Кого это мы потеряли тут? Так, вот эта штука, я так полагаю, бьется током. Алекс! Лара, ты что здесь делаешь? Тебя ищу! Понятно. Ты цел вообще? Меня тут немного прижало. Так что не очень. Черт, проход напрочь завалило. Ты все это время там валялся? Я вытащу тебя оттуда. Ладно, но поторопись. Лови. Так. Ну поторопись. Давай тебе, чувак, ты там валялся неделю. Еще неделю полежишь, ничего с тобой не будет. Вот это крючок. Ну-ка, где мой волшебный рентген зрения? Лара, крюк можно двигать. Попробуй с его помощью расчистить завал. Я это уже заметил. Станем примерно вот так. С помощью этой фигуры двигаем его. Оп. Черт. Что-то мешается. Что-то мешает, не видишь? Вот но что мешает. Разобраться. Блокировку можно устранить. Так. А я смогу что-то залезть? Или нет? Еще раз. Мне нужно наверх. Мне нужно наверх. Знать бы еще как туда наверх на этот попасть на твой. Так, для начала мы тут исследуем. Тут нет ничего вкусненького, интересненького. Походу нет. Так, но с помощью вот этого крана, я так полагаю, мне надо туда залезть. Ведь так? Слушай, да молчит уже. Так, ладно, тебя, значит, надо, походу, назад поднять. Хрена себе ты двигаешься. Нет, просто слегка можно подвинуть? Как раньше. Она уже не двигает. Охренеть. Так. О, боже! Слушай, да лежи ты там. Валялся неизвестно сколько. Поваляешься еще. Вот эту же фигню как-то можно подвинуть для конца. Ой, вот половинка. Куда ж ты так катишься-то все время, а? Итак. У нас есть электричество, у нас есть труба, у нас есть вот эта сетка, у нас есть лестница, по которой должен залезть туда.
не хочет делать ничего. Лол, ты серьезно? То есть, оказывается, можно было ее подвинуть прыжком. Забавно. Забавно, что сказать. Вот теперь-то ты залезешь? Чего? Слушай. Ага. Я подвинул туда. Я подвину сюда. Подвинуть... сюда, сюда. Ясно, и пихать еще приходится. Выходит. Выключил рычаг. То есть мы двигаем сюда. Слазь. Не смешно, слазь. Двигаем сюда. Давай, 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 давай. Поехали. Теперь мы ее двигаем. Вот сюда. Слазь. Теперь я так полагаю, ее надо подвинуть вот сюда. Давай. Ага. И теперь двигаем вот отсюда туда. Excellent. Давай берем вот эту. Не знаю, о чем я думал, когда сюда пошел. С ноги тогда по металлу. Все, есть. И чё, мне теперь назад это все возвращать? Здорово. Молодец. Я... Алекс! Алекс! О боже! Я должна туда попасть! Так, подожди. Алекс! Пихнем туда, пихнем туда, ну да. Так. Теперь надо расчистить путь. Теперь надо расчистить путь. Я знаю, что надо расчистить путь. Я просто думал, как по этой мозаике мы можем подвинуть назад. Сюда. Теперь сюда. Вот теперь она должна. Ну, давай. Оп. Поехала. А, типа зацепила. Сейчас к чертям собачьим провода все эти выцепим или и током нас даст. Заебись, придурок. Отлично. Иди сюда, придурок. Алекс, ты их взял? Наконец я удивил тебя. Давай уберем это. Прости, прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Хрена себе, чувак! Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Блин, зато кнопка эскейпа. Не часто очкарики становятся героями. Что это ключ прикалывает? Они на нас рассчитывали. Инструменты. Парень, зато умер из-за инструментов. Ну же. Ну, понятно. Вот так вот, ребята, задвота спасают мир. Бах. Ну да, теперь, конечно, давай спасаться. Откуда на корабле столько газа, я, конечно, не знаю. Что тут должен был сделать? Нажмите, чтобы использовать жмут. Серьезно, я тебе не могу? Хрена себе. Я тебя вот так убью. О, корабля гад. Мне его майка нравилась. Я больше никого не позволю убить. Ну, чувак погиб из-за пары гаечных ключей. Ну, что поделать?
Это нормально. Так, теперь нам на эту трубу залазить, так полагаю. Сюда. 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 Что? Что значит сюда? А, теперь нажмите Е. А, по канату полезу, ясно. А ты-то свои ноженьки часом не потрешь? Отлично. Ну вот, теперь мы ее спустим, я так полагаю, вниз и... Она просто... Все, ни хрена себе взлетаем. Видите, типа ночь, и просвет оттуда моргает. А я до этого знал, что можно спихнуть, черт возьми. Но только мне не позволяли. Ну, конечно, теперь-то... Оп. А, так теперь и та стенка-то выломается. Помните, что... В самом начале была где пушка. Теперь мы назад просто вернемся. Старые записи. Что-то эпическое? Почитай. В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка – недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Хм, такая большая книга, так мало написано. Ну, хоть ни хрена себе! Ты себе в задницу засунула? Руины на старой базе. Управляю. Вы видели, куда она ее засунула? Я должна понять. Тут же нет никакого вниз. Так, ладно. Окей. Девочка у нас способная, оказывается. Выламывай. А, ну да, она ж по клубу ходила. Так. Выламывай к чертям собачьим. Так, теперь что, сюда? А, ну чисто сейчас по-быренькому назад вернусь. Ну да, и теперь вот, оп, еще секретик. Тайник, отлично. Вот, теперь тут газом не палит. Супер. Выходим. Ну, теперь-то уже вот это, ясно, песен пельну можно поломать. А то-то думал, почему это в самом начале? О, так я ж, по идее, многие элементы теперь у нас на базе смогу выломать. А, ну типа, так, стоп. Тут я смотрю, что-то есть интересненькое. Это Темпо Цуха. В середине 19 века в Японии их чеканили тысячами. Ну так вот. Дверь. Бункер на скале. Я что-то открыл? Серьезно? И ты тут не хочешь залезть? Ты серьезно? Ладно. Хорошо. Так, типа у меня сейчас вся карта открыта, да? Что там карта? Ага. Ага. Ясно. Ладно, нам, я так полагаю, можно и вот теперь вот так вот залезть. Повыше давайте, максимально, чтобы взлетело. Давай, полет шмеля. Оп. А могу там повыше залезть? Есть что-нибудь интересное? Или сбоку, вот туда на водопад прыгнуть. Давайте уж поэкспериментируем, что уж там. А, хитро стенка тут сделана. Ну ладно, пошли. Вернемся на базу. Позли, уже ночь. Надо поспать, не знаю, что там за экшен. Единственное, чего я сейчас не хочу встретить, это собак. Наложить пару-тройку кирпичей я, конечно, могу себе позволить, но... Ненавижу тут собак. Выскакивают резко. А, теперь я и это смогу спокойно вырубить. Ну, понятно.
плаваю. Пришла такая девица. Не запылилась. Так, это я, значит, туда попал. За что у нас там? Я могу туда? Нет. Взлет. Какая полезная вещь. Опа, пацаны. To the ground, baby. Чё-то как-то они бессмертные пацанчики. Так-то это прям... Слушай, взрывайся сам, а? Жив? Нет? Нет. Так, там костёрчик был, ну подожди, я хочу. А деталей-то мне все равно ничего не хватит. Какой мне смысл от этого костра? Оп. Оп. Красиво тогда мы возвращаемся через все эти места, что мы тут бегали. Опа. Красавица. Йо, слазим здесь, паркур. Немножко плывали на эпичный момент, я думал, она выжила. О, мы уже слезли. Так. Задрот, умер. Из-за гаечного ключа. Нужен взрыв, и подумали. Алекс, он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс! Так держись от меня подальше. Давайте поищем. Действительно. Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Чувак на массе. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Это мы на ночную прогулочку решили прогуляться, да? Давайте что-то поговорим со всеми. Я здесь подежурю. Рейс возится с мотором, а остальные отдыхают. Будешь дежурить всю ночь? Уитман попозже сменит. Ну-ну. Ты все еще ему не доверяешь? Нет, и тебе не советую. Пока меня нет, ты присматривай за ним. Надеюсь, ты найдешь все, что нужно, Лара. Так, я там еще могу со всеми поговорить. Сэмми здорово досталось. Я позабочусь о ней. Она должна хорошенько выспаться. Удачи тебе на базе, Лара. Я хотел бы пойти с тобой. Кто знает, какие тайны она хранит. Давай лучше помолчим. Так. Смотрю, тут еще сундучки с патрончиками. Отлично. А куда он делась?
лезу куда-то. О. А мы случайно не по этому кораблю тогда раньше залазили? Ну ладно. Теперь-то я могу быстро ползать. Так, это наша тетка спит. Вот она. Значит, у тебя теперь все есть? Да. Сейчас закончу с этим, и останется лишь прочистить клапаны. Остаешься? Нет. Я смотрю ту базу на утесах. Что ж, значит, иди. Мы не станем тебя ждать, Лара. Мне некогда болтать. Надо починить эту хрень. Тут ты за это заебала, а? Сдохни! Пстец, блин. Дура. Так. Ну ладно, ребят. Ночную базу мы уже пойдем с вами расчислять. Обчистить. Не знаю, исследовать. В следующей серии. А в этой серии мы неплохо так позабавились. Жалко, конечно, задрот умер из-за гаечного ключа. Но, в принципе, все было неплохо. Ну, а с вами был Виги. Мы играли в Tomb Raider. Всего хорошего. Скоро увидимся. Всем пока.